Команда профессионалов-энтузиастов создала блокчейн-биржу Bitcharity для благотворительности, независимо от количества денег или места проживания. Используя блокчейн-биржу Bitcharity, все юридические лица-участники будут иметь уникальный адрес эфириум кошелька для поступления пожертвования в виде Bitcharity Coin. Финансовая информация о сборе средств благотворительными фондами, организациями будет храниться открыто у них в профиле. Физлица смогут сделать выбор между анонимными пожертвованиями или открытыми, привязав свои личные данные к адресу эфириум кошелька. Информация о транзакциях будет храниться в блокчейне, поэтому изменение, сокрытие или удаление совершенной транзакции исключено. Проект Bitcharity объединил профессионалов в своем направлении деятельности, которые хотят изменить благотворительность посредством блокчейн. Создатели заручились поддержкой команды экспертов-советников, представителей известнейших международных компаний.